Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! Сегодня у нас будет с вами распаковка сайта Аптека.ру и такое, знаете, видео два в одном. И также это будет видео уходовой косметики или уход мой на лето, так скажем. Это, знаете, ты что, больная? Сама-то больная. Да, и заказываешь там косметику на Аптеке.ру. Когда вместо лекарств ты в Аптеке.ру смотришь косметические средства. Заказ вышел на 621 рубль, но в основе этого заказа идет слезин 282 рубля. И это, кстати, цены уже со скидкой. Так где-то 680 всего вот это выходило, потому что слезин 304 рубля был. Давайте по порядку буду открывать и вам уже рассказывать про средства. Достану мужу слезин. Про него я уже рассказывала вам в предыдущем видео. Обзор распаковки с Аптеки.ру. Ссылочку оставлю вам в описании и также в подсказках. Я несколько месяцев охотилась вот за этим средством. Оно на сайте стоило за 200 с чем-то. Я все хотела купить, но не знала. Действительно, она все-таки хоть чуть-чуть, но работает и поможет мне. А в этот раз лежу скидка 10% на какие-то крема. Потом у меня получились скидка с промокодом 3%. И у меня набрались за время заказов с Аптеки.ру витаминки. Этот крем вышел 142 рубля. Крем отбеливающий, классический. И гляжу, у него появились отзывы. И такие вот неплохие отзывы. Ахромин отбеливающий крем с УФ-фильтрами 45 мл. Эффективно устраняет веснушки, послеродовые пигментные пятна, возрастную пигментацию, защищает от вредного воздействия солнечных лучей. Способ применения для любого типа кожи и ежедневного ухода утром и вечером. Значит, претензии можете писать в Подольск, а вот изготовитель Болгария. Антипигмент называется. Этот крем я взяла от пигментных пятен. У меня появились пигментные пятна, ну, уже прилично давно. Начнем с этого. Просто с каждым летом, с каждым появлением на солнце, я понимаю, что они становятся темнее и темнее. И это уже как-то меня напрягать стало очень сильно. Так-то вообще у меня их не было. Я задумалась, когда они у меня появились. И я стала смотреть фотографии, и я поняла, что после того, как я съездила на юг, я привезла с юга пигментные пятна именно на лице. Ну а что, я никакие защитные крема на лицо именно не наносила. Как-то вообще не было этой мысли. И с каждым годом, когда мы стали ездить на юг, я понимаю, что у меня эти пятна становятся больше, темнее. Вот реально, вот смотришь на фотографии, ага. Это в этом году такое затемнение было, чуть-чуть слегонца. Следующее лето, понимаю, что оно еще темнее, эти пятна становятся. Мне это вообще стало очень сильно напрягать. Пигментные пятна все-таки на лице. И перекрывать тоналкой, как бы, и так сейчас ходим в масках. Это все, кожа вообще не дышит, это высыпания какие-то появляются. И решила заказать крем. Но я надеюсь, что он мне хотя бы чуть-чуточки, но поможет немножко отбелить эти пигментные пятна. Не такими темными, чтобы они были. Сейчас мы с вами его откроем и посмотрим. Давайте достанем пока все из пакета. Бумажка. Вот целая даже серия есть из этой фирмы. Тоже с вами посмотрим. Может, что-нибудь интересненькое найдем. Он такой длинненький, но худой. Кремик. И получается металлический тюбик. Крем идет белого цвета. Имеет легкий аромат. С ароматом розы. Мне запах почему-то вот напоминает. Кустовая еще роза тоже так пахнет. Ну, посмотрим. Надеюсь, ты мне поможешь. Хоть чуть-чуть. Обещают, что первый результат будет заметен через 2 недели, если регулярно пользоваться этим кремом. Почитала я отзывы на сайте аптека.ру. Одна пишет, что это лучший крем от пигментации, что покупала она и супер дорогие, нифига не помогали. Вроде как через 3 недели пятнышки стали намного светлее и по размеру уменьшились. Другая, то что после беременности вся шея в пигментных пятнах была. Крем использовала 2 раза в день. Через месяц цвет кожи практически сравнялся. Очень довольна осталась. И я взяла вот попробовать. На данный момент заказа и вот сейчас на время доставки цена на сайте 147 рублей стоит. Также из этой серии, смотрите, тут есть еще это вот такой крем, который я взяла. Пилинги, маска для лица, обеливающая сыворотка.
Дневной крем, ночной, то есть даже по отдельности можно заказать. Гель для умывания. И еще у этой фирмы есть еще вот такая линейка антиакне. Борьба с несовершенствами кожи, антивозрастной уход для кожи лица, глаз и рук. И косметическая серия, система ухода для безопасного и красивого загара. Сейчас на сайте смотрела, на сайте Аптека.ру. Вот этот крем стоит по акции 367 рублей, а без акции 450 с копейками. И вот этот солнцезащитный крем 388 рублей, 293. А вот из этой серии, кстати, тоже сейчас гляжу, параллельно на сайте смотрю эти средства, тоже с хорошими скидками. Гамаш 163 рубля по акции. BB-крем есть тон 02 и тон 01. Цена 235 рублей. Сыворотка по 323 рубля. Ночной 272 рубля. Оказывается, вся линейка также присутствует на сайте Аптека.ру. Так, давайте следующее. Недавно смотрела видео, девушка рассказывала, только косметолог она, но уже сейчас не практикуется, а дома находится. Она рассказала основные этапы ухода за лицом. И у нее я услышала про анокислоты. Я забила в интернете, что реально вот эти именно анокислоты, они нам помогут в устранении пигментации, всяких веснушек. Она сказала, что люди очень боятся использовать кислоты, но разные кислоты для разных людей с разными проблемами. Вот, и я нашла вот такую маску на Аптеке.ру от фирмы Комплимент. Вышла она 94 рубля. И как раз у меня, кстати, закончилась маска. У меня была до этого простая увлажняющая, мне дарили ее. Тут где-то 80 миллилитров. Значит, получается, это выравнивающая маска сияния для лица, эффект осветления, пигментация, веснушки, возрастные изменения кожи, матирование, природное сияние кожи, коррекция потускневшей кожи, антиоксидантное действие. Пока вот хочу начать с маски, в дальнейшем хочу купить и тонер. В данный момент я уже пользоваться начала тоником с анокислотами. Депигментирующее средство прекрасно справляется с задачей постепенного осветления кожи и оказывает усиленное питание дермы. Основа средства ретинол. Этот компонент помогает повысить сопротивляемость кожи внешним раздражителям, обесцвечивать пигментные пятна, ускорять регенерацию клеток эпидермиса, делать кожу более эластичной и упругой. Так, содержащие в составе фруктовый анокислот и витамины С и Е выравнивают цвет и микрорельеф кожи, оказывают отшелушивающее и антиоксидантное действие, замедляют процессы старения, уменьшают развитие гиперпигментации, придает коже природное сияние. Белая глина разглаживает, успокаивает, генерирует, способствует детоксикации кожи, нормализации ее жирности, сужает поры. Применение 2 раза в неделю. Наносить средство плотным слоем на предварительно очищенную сухую кожу лица, исключая область вокруг глаз. Равномерно распределить и оставить на 10 минут, затем тщательно смыть водой. Производитель Россия. Ну, такой крем после открытия, срок у него 12 месяцев. Ну, за год, я думаю, я его использую. И все-таки постараюсь, да, хотя бы 2-3 раза в неделю все же пользоваться этой маской. Она такого нежного розового цвета. На ощупь такой нежненький крем. Пахнет, кстати. Ой, так приятненько вообще. Интересно, чем так пахнет? Знаете, и не сильно, не навязчиво. Так приятно, правда. Пришел нос любопытный понюхать. Вот она. Что тоже нравится. Сейчас попробую нанести и вам покажу. У этого средства идет 4,5 звезды из 5. Тоже есть отзывы, причем такие хорошие отзывы. Одна женщина там, конечно, написала, что маска подошла, но небольшой минус, что смывается плохо. И один анонимно поставил только 1 звезду и больше ничего не написал, никаких комментариев. За что, непонятно. Маску надо наносить плотным слоем. При высыхании на коже получаются такие, знаете, как после глиняной маски, чешуйки ящерицы. Кто делал глиняную маску, тот меня поймет. Такая кремообразная она. Но как подсохнет, будут такие чешуйки, как у ящерицы. И остался у нас крем для лица и декольте. От веснушек и пигментации солнцезащитный отбеливающий. SPF 45+,
40 мл экстракт огурца и масло кокоса избавляет от возрастных пигментных пятен. Уменьшает любой тип пигментации, избавляет от веснушек, предотвращает их появление, избавляет от возрастных пигментных пятен. Натурально отбеливающие экстракты огурца, толокнянки блокируют выработку меланина. Как же мелко напечатано. Предотвращая появление пятен, эффектно омолаживают кожу и замедляют старение. Фруктовые аминокислоты оказывают отшелушивающие, увлажняющие, антиоксидантное действие. Выравнивают текстуру кожи и улучшают цвет лица. Так мелко напечатано, что даже камера не фокусируется. Так, стимулирует регенерацию клеток и выработку коллагена. Предупреждая образование морщин, восстанавливает эластичность и тонус кожи. Мощный комплекс фильтров обеспечивает максимальную защиту кожи от воздействия прямых солнечных лучей и блокирует процесс выработки меланина в коже, который является главным фактором появления загара, пигментных пятен и веснушек. Рекомендуется для ежедневного применения. Наносить крем тонким слоем, втирая его в кожу легкими поглаживающими движениями. Если на свет просветить, то тут вот столько средств только. Что он вот тут заканчивается. И зачем вот такой большой тюбик делать, да? Кстати, знаете, похож просто на любой другой, наверное, крем солнцезащитный. Что для тела покупаете, когда он в таких больших тюбиках-то. В желтый, белый, они тоже пачки здоровые, их вечно на юге продают. Ну, посмотрим, попробуем. А когда что наносить не написано. Некоторые там, допустим, пишут за 20 минут до выхода на улицу. Тут что-то ничего не написано. У этого средства стоит 3,5 звезды из 5. Страна-производитель Россия. Тоже положительные отзывы. Хороший крем, очень хороший крем. Быстро впитывается. Вот такой у меня получился заказ. Будем пользоваться. На этом все. С вами была Елена. Подписываемся на мой канал. Ставим класс этому видео, если вам понравилось. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока!